Сейчас валятся новые герои с молитвы, но для их прокачки нужны ресы, недоступные на начальных уровнях. И что, просто в склад до лучших времен? Нет, если они тебе нравятся, играй ими. До 40 уровня вообще не важно, какими персонажами ты играешь. Главное, пушки качай. А проблем с прокачкой пушек у тебя быть не должно. Потому что ресурсы в самом начале удаются. Там крафтовые пушки всякие и так далее. Самые важные пушки. Уровень персонажей абсолютно ничего не дает тебе, кроме ХП. Ну, чтобы умирать реже меньше. Где тебе ХП? Если у тебя хотя бы есть Барбара в пачке, да не особо. У меня для Хутао подготовлен коршун. Есть тай часы на ХП или МС. На ХП все равно. Какая разница, коршун или не коршун. Нельзя прокачать выше 20 уровня. У кого-то можно. Тех, которые сейчас в тестовом забеге есть, можно. Ты забираешь просто с них ресурсы и все. Ребят, игра... Типа... Первые 40 уровней вообще легко. Типа, неважно кого и как ты качаешь. Даже если сильно хочется в магазине, все есть за блеск. Не все, там же проблема в боссах, например, какой-нибудь пирокуб или гидрокуб или что-нибудь такое. Ты же не сможешь до них дойти. Так, 18 секунд еще. Вот, так что эти ресурсы только в Надзуме. Но в Надзуму вы попадаете на 30-м ранге. Не на 40-м же, на 30-м, если просто по сюжету идти. Например, Тому. Да не будет Томе такой кубок нужен, по идее. И ХЗ вообще от ульты он играет или нет? Ну, я пока же не смотрел. Один сет артефактов. Не, блин, кубок классно выглядит, но... Но это кубок. И он на ХП. И, кстати, надо начать к Томе готовиться. Надо пирокуб убивать. Я до сих пор не... Убил пирокубик. У меня нету реагентов, а он уже во вторник. Видимо, я буду это делать на выходных. Люси, Люси, это оскорбление или как? Если да, то могу банчик прописать. Привет, Стеройс, здравствуй. Скириды. Хороший данж, чтобы сюда двумя криво ходить. Было оскорблением. Сравнение с несравненным. Ну, бывает. У меня вообще спокойные, нормальные стримы. Без оров, криков и кринжа. Так что оскорбление. Получается. Так что, банки дать или нет? Какой твой ID? Восклицательный знак UID в чат. Я же собрал нужное количество атомов, но я вот ленивый пока, видишь, я зачем-то гущу смолу, когда мне это совершенно не нужно. Зачем я хожу в эти данжи, непонятно. Надо ходить убивать пирокубик. О, три артефакта, опять. Разные сеты. Говно. 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 Понимаю. Знаете, я даже хочу, чтобы за сегодня хотя бы один артефакт был нормальный. Я даже хочу залочить этот кубок на ХП.
Но он прикольный. Нет, не этот. Может быть, цветок на трехстатный. Сколько у меня четырехстатных хороших цветков из этого сета? Средний. Вполне солидный. Надо покачать. Ну, ладно, залочу один трехстатник. И где этот четырехстатный кубок? Куда он задевался? Вот он. Таки выбил этого русского тарталь-то. Ну, раз. Собирал на тарталь, параллельно ничего на тому. Но... Как хорошо, когда есть чем заняться в игре, да? Пособирать что-то на персонажей, выбивать какие-нибудь артефактики. Классно. Да ты, сука, стани ты, боже. Еще жива. Скажи персов, пожалуйста. Ты можешь зайти на мой YouTube и посмотреть видео с обзором всех моих персонажей на годовщину. Пожалуйста. Также есть возможность глянуть в группе ВКонтакте. Да что происходит? Сай, где медузка? Уже исчезла. Печалька. Видео выходило всего пару недель назад. Надо бы, кстати, наверное, сделать на него какую-то ссылку или что-то такое. Раз, два, друг. Почему чугун с дождерезом? Потому что у меня 10 месяцев назад была идея собрать его в разбивание. К сожалению, под разбивание пока что нету нормального сета, чтобы использовать. А, я не начал новый прогноз. Фак. И поэтому идея оказалась говном. Ну, и вообще сам кулдаун реакции еще. Потому что, к сожалению, он не каждой атакой может разбивание прокать. Вот. А так-то идея была интересная. Ну, вот он так и остался с дождерезом. А еще просто потому, что мастерство стихии можно хороший... Ну, по огоньку ультой закрывать урон. Неплохой. У тебя все персы есть или нет такой цели? У меня есть все персы. Следующий на подходе Тома. Как же классная анимация все-таки у нее, офигенная. Шопа. Привет, мне моно выпало, поздравляю. Так, седанки не прошел? Нет, конечно. Что здесь, кстати, по дружбе-то? О, чё, прощай, Лой, почти прощай, Чугун. Ф. Опять персонажей искать для пачки дружбы, да сколько можно? Цурами я прошел Вадимикус вчера. Чё? Из одного сета, кстати. Еб... Не хватает только мастерства стихии вместо флета. Идеальный кубок на Йомию. Не зря взял ее в пачку, походу. What? Что, не удалось завершить прогноз? Окей. Okay. Ну, как бы... Ну, поехали. Ставочку на прокачку. Не хочу делать ставки на прокачку артефактов. Мои маленькие лудоманы. Потом будешь убивать, даже если до леги придется крутить. Скорее всего. Скорее всего. Ну, у меня 76 круток в запасе. Но если выпадет созвездие на Хутаву, мне не страшно. Если выпадет классический персонаж, это гарант на Ита. Не проблема. Ну, давайте экстренный запас тратим. Вот прям разом. Не, давайте не раз. Давайте хотя бы до 12-го, а то вдруг x2, x5, там все дела. Без флетовой атаки, пожалуйста. Найс, боже мой.
7-0 и 2 хороших ролла всего атаки. Так, ну предлагаю Леге вливать. Я разве не хотел такой зал? Нет, я залочил какой-то трехстатный с крит-шансами. Защита, кубок восстановления, не, нафиг. Yes. Это что такое? Что творится? Какие 3-9? Нихера себе! Что? What? Мой лучший пирокубок ever? У меня есть хорошие пирокубки, у меня там есть 27 крит урона на одном гладиаторском, но... Еще вот еще бы 3 крит шанс. Вот хочу ролл в крит шанс, не в крит урон, в крит шанс желательно. А, лимит. А, здесь плюс 16 какая-то корона. А что она здесь? А, ну потому что она говно. А, я ее с кого-то снял. Она была на Йоми. В помойку. Ну, еще один ролл крит шанса или крит урона, плиз. Давай. Yes. Yes. Ну, 5,4, ну окей, ладно, 20 крит урона, 7,5 крит шанса, 16 силы атаки. О май, Йоми, забирай себе просто, просто забирай себе. Я понимаю, что это лучший кубок, и на самом деле его лучше отдать какой-нибудь клишке. Типа, тем более здесь офсайтник гладиатор, но... Сигнатурный кубок для Йоми, соберем ей 4 семенавы и... Пускай ходит, пускай никуда не ходит. Потому что я все равно буду юзать сетрикли. Охренеть. Оставь ей, заслужила. Я тоже думаю, что заслужила. Ну, надо будет собрать семенаву ей и попробовать. Надо будет попробовать собрать. У меня вот цветочек что здесь? Блин, а неплохой, кстати. А вот давайте ей выдадим сейчас семенаву. Вот цветочек. 14 крит урона, 9 сил атаки. 3 крит шанса, 2 семенавы, 2 ведьмы. Вполне неплохие. Видите? Так, ну докачать этот цветок. Можно, не? Он был трехстатным, но в целом, у него хорошие роллы. Давайте еще и цветочек добьем. Пускай будет. Все равно всем персонажам надо собрать свои собственные артефакты. Если когда-нибудь будут проблемы с прохождением какого-нибудь данжа, какой-нибудь бездны, чего-нибудь, надо будет вспомнить про этот кубок и отдать его там клишке, не знаю. Защита в цветок кармы не надо. Не надо мне защита. Надзина, we must stand together. Спасибо за третий месяц рисапщика. Спасибо большое за поддержку. Так, я забыл балла забрать за оценку кацин. Бонус физурона с критроном защиты не нафиг. АП нет. Что здесь? Крит шанс, хп. Мастерство стихий. Надо еще вспомнить нужно. Кто не чат вспомнит, что у меня есть такой шикарный кубок. Заодно на ютубчик пойдет. Видосик с кубком. Блин, у меня леги заканчиваются, которыми можно прокачиваться. Я что-то это... Не. Давай, крит шанс.
7 и 0 крит урона. Восхитительно. Итого статы 2200, 77 на 180. Только что мы вот ее собирали, у нее было 70 на 110. Только что, когда мы ее собирали, у нее было 70 на 110. Теперь плюс просто 60 крит урона за счет того, что, видимо, цветок поменял. Ну и кубок на 20-очку. И это еще шапка не качанная на максимум. И перышко 16 уровня. Нормально. Хорошая у меня Йомия в пачке дружбы собралась. Но вот это, конечно, просто... Нет, где? Просто пипичил. Охренеть. Ну, везет с артефактами, бывает. Бывает. Я еще сегодня выкладываю цветочек на YouTube. Вот этот. Как раз тоже, как хороший артефакт выпавший. Ну и где-нибудь там, на выходных выложу видосик с пирокубком. Блин, жесть, я же могу теперь Е4 семенавы закрыть. У меня есть хорошее перо семенавы вместо ведьмы. Фигня полная. Тоже фигня. Ну кому столько восстановления энергии на семенаве надо? Явно не Йоми. Ну вот разве что вот это. Нихера себе, здесь три ролла и все три ролла в силу атаки. Сколько же у нее силы атаки будет? Кричанс у нее, в принципе, небесочкой качается. Жестко. Теперь ансабы тут редкость. Ну да, сапки всего за 130. Ансабов не так много сейчас. Ну, много, но... Хотелось бы еще меньше. Офигеть.